с начала войны, спустя буквально недели или 10 дней, мы эвакуировались, потому что мы жили недалеко от границы с Румынией, и немец поступил к нашему городу. Сначала мы попали в Сталинградскую область. Затем, когда немец подходил к Сталинграду, мы еще раз эвакуировались, попали в Новосибирскую область. Потом нашли родных в городе Балхаше в Казахстане и переехали туда, где мы прожили до конца войны. Во время эвакуации было очень тяжело. Продолжалась эвакуация, мы выехали 3 семьи на одной повозке. Ну, что сумели там, такие вещи, самые необходимые, собрали и двинулись на восток. Что вам описать, это, что мы пережили, это очень трудно. Мы постоянно голодали. Ну, понимаете, что на повозке ехать, где нам что-то, люди с сел выносили, что-то помогали. Ну, смотря на нашу национальность, немножко нас не очень недолюбливали. Во время эвакуации нас постоянно, почти сколько мы тут по Украине двигались, когда уже мы преодолели Украину, там уже меньше. Но Украина, там постоянно нас бомбили. Это редко было день, чтобы нас несколько раз в течение дня не бомбили. Ну и бегали, прятались в кусты, что попадало по дороге. Ну, так серьезных бомбежек по нас, мы не было. Ну, мы не попали под непосредственную бомбежку. Семья Сергея на повозках добрались до Сталинградской области. Сначала жили всей семьей, Сергей и мать с отцом. Но отца забрали в армию, и после этого Сергей его никогда уже не видел. Постоянный страх, постоянное непонимание, что, куда мы двигаемся и что нас ждет в конце пути. Когда немец подходил к Сталинграду, мы продолжили наше путешествие, и мы попали в Сибирь, Новосибирскую область. Вот. Там мы прожили, одну зиму мы там прожили, после чего мать нашла своего брата, который проживал в городе Балхаше, Казахстане, и мы туда переехали. В 13 лет, для того, чтобы можно было хоть как-то прожить, я начал работать учеником столяра. Вот. И все эти 13, 14, почти что до 15 лет я поработал в этих столярных мастерских столяром. А это в основном было для того, чтобы получить рабочую карточку, на которой нам давали по 700 грамм хлеба и обед. После окончания войны мы вернулись в город Кишинев, где я продолжил учебу, поступил в сельскохозяйственный институт, который я окончил в 1955 году. Затем я работал в Дубосарском районе главным специалистом в районе. Являясь ветеринарным врачом, Сергей проработал главным специалистом в районном центре. Он рассказывает, что после войны в Молдавии, в их районе, практически не было антисемитизма. Наоборот, люди с уважением относились к ним, зная, что евреям пришлось пережить. Но из-за начавшейся войны в Молдавии Сергей с семьей решили переехать в Израиль. Вначале уехал наш внук. Ему было буквально 15 лет. Было тогда компания, где они уехали, ему было 15 лет, он приехал в Израиль, поступил учиться, и уже после этого и родители его, и мы решили сюда объединиться, жить одной семьей.